Булочки получаются очень мягкими и вкусными. Порадуйте своих членов семьи такой вкуснятиной, которую довольно легко приготовить. Тесто для приготовления булочек следует замешивать на воде или молоке. Дрожжи можно использовать сухие или свежие. Не забудьте смазать булочки перед выпечкой яичным желтком или сладкой водой. Яйцо 1 штука. Сахар 3 столовые ложки, 2 столовые ложки, в тесто 1 столовая ложка, для посыпки. Вода 0,5 столовые екона. Сухие дрожжи, 1 чайная ложка. Соль, 1 щепотка. Мука, 1,5 столовые екона. Изюм 70 грамм. Масло растительное, 1 столовая ложка. Количество порций 4. Подготовьте ингредиенты. В миску влейте теплую воду. Добавьте 1 столовая ложкашку сахара и сухие дрожжи. Перемешайте. Влейте растительное масло и добавьте соль, перемешайте. Яйцо вбейте в другую миску, добавьте сахар. 1 столовая ложкашку, и хорошо все перемешайте. Влейте яичную смесь в тесто. Перемешайте его. Добавьте муку. Замесите тесто. Оставьте его в теплом месте на час. Поднявшееся тесто обомните и еще раз хорошо вымешайте. Добавьте изюм. Снова перемешайте тесто. Сформируйте одинаковые по размеру шарики. Выложите их на противень, который смажьте растительным маслом. Оставьте булочки на 30 минут. Когда они поднимутся, смажьте их желтком и посыпьте сахаром. Отправьте булочки на 30 минут в разогретую до 190 градусов духовку. Получились вот такие мягкие и воздушные булочки.